То, чем мы занимаемся, нету грани, что вот что-то достиг, и на этом все успокоилось. Нет. Постоянно надо совершенствоваться, совершенствоваться, совершенствоваться. Да, вот сейчас были трудности, кто-то психологически перегорел, но тем не менее все молодцы. Поэтому поздравляю вас с окончанием года. Сейчас удачно надо закончить соревнования. И все, и в путь. И после лета с новыми силами. Спасибо. Молодцы.